указом президента Российской Федерации Владимиром Путиным 2023 год объявлен годом педагога и наставника. А в рамках этого года в Миасском городском округе, так же, как и по всей стране, будут проводиться цикл различных мероприятий, направленных на повышение престижа профессии педагога. Планируются различные мероприятия. Это и конкурсы профессионального мастерства, это и различные конкурсы, посвященные педагогам, наставникам, ученикам. До конца 2023 года мы планируем прокачать все наше педагогическое сообщество для того, чтобы получить какую-то, ну так скажем, ответную реакцию от населения, от наших детей и, конечно же, повысить престиж этой профессии. Сегодня у нас открытие большого масштабного мероприятия. Победители регионального стартапа в Челябинской области — матрица событий «Уральский арт». И темы, опять же, у нас тоже в тренде. Это юбилей нашего города, и поэтому серия мероприятий, направленных на организацию большого фестиваля, именно сегодня зарождается. Зарождается с обучения наставников, которые разработают программу фестиваля, матрицу, так сказать, да, и потом к этой матрице присоединятся дети, и все этапы пройдут с детьми, сделаем большой накопительный сборник и масштабировать будем дальше о нашем городе. Сегодня участники будут на стратегической сессии разрабатывать регламент, ход, направленности, тематику и содержание данного мероприятия под руководством, конечно, методистов Дома детского творчества «Юность», потому что мы-то знаем, какой должен конечный результат, они не знают, но они его насытят, наполнят, потому что мы не хотим изначально диктовать правила, потому что каждый наставник, кем они являются, да, они внесут определенную лепту, и будет это уже не по плану, а сверхплана, и это будет ярко и более содержательно.